В Алматы прошел благотворительный забег. В нем приняли участие порядка 1200 жителей города. Для спортсменов организовали яркую шоу-программу и подготовили ценные призы. А перед стартами на сцене выступили опытные тренеры. Они рассказали, как лучше готовиться к забегам на разных дистанциях. К слову, для самых маленьких участников подготовили отдельную трассу в 2 километра, а для самых опытных – 21 километр. Отмечу, что все вырученные средства пойдут на помощь детям, больным раком. В этом году мы хотели сделать что? Популяризировать здоровый образ жизни, популяризировать бег как спорт, как хобби, как образ жизни. Ну и показать, что можно делать комбинацию, хорошая комбо и благотворительности, и заботы о своем здоровье.